Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как нарисовать маленького милого лабрадорчика. Так, начнем. Для начала я нарисую основу его мордочки. Для этого я нарисую линию вот так. Вот такую вот S-образную линию. Теперь проведу линию вот так. И линию, вот такую вот волнистую линию, вот так. Теперь нарисую его ухо от основы мордочки. Рисуем линию вот так. И линию вот так. Теперь я нарисую верхушку его головы. Для этого я нарисую вот такую вот линию. И нарисую сразу его правое ухо. Рисуем линию вот так. И проводим вот такую вот линию вниз, с небольшим крючком внизу. И линию вот так. И теперь вот так вот линию вверх. Теперь я объединю вот эту часть и эту часть. Для этого здесь я нарисую линию вот так и совсем коротенькую линию здесь. А теперь от этой части я проведу линию вот так. И проведу линию вот так. Теперь нарисую саму ее мордашку. Нарисую линию вот так. А теперь вот так линию вниз. И внутри этого фигуры нарисую линию вот так. Теперь нарисую глаза. Для этого я для начала рисую линию вот так. Теперь внутри здесь рисуем вот такую вот дугу и закрашиваем здесь все, оставляя 7 небольшие кружочки блики. И нарисую здесь бровь. Теперь нарисую второй глаз. Голова у него будет как бы наклонена, поэтому этот глаз будет визуально меньше первого. Рисуем линию вот так. Теперь также линию здесь. И также оставляю здесь блики. Так, поменьше. И вот здесь маленький. И нарисую вот так вот бровь. Теперь нарисую его ошейник. От мордочки нарисую линию вот так. И проведу эту линию вот так. И от ухо сюда. А здесь же я нарисую совсем небольшой овал. И как бы такую медальку нарисую. Теперь от ошейника рисую линию вот так. Это уже будет основа туловища. И с этой стороны от уха рисую вот такую вот волнистую линию вниз, которая сразу будет переходить в ноги. И линию вот так вот вниз. Теперь нарисую его хвост.
от этой части я рисую линию вот так. Затем делаем такой зигзаг. И рисую линию обратно. Теперь дорисую ему лапу здесь. Рисуем линию вот так. И рисую вот такую вот дугу для пальцев. Больше пальцев видно не будет, так как будут еще передние лапы. Как раз таки ее я и нарисую где-то на уровне этого изгиба. Рисуем линию вот так, волнистую. И рисуем вот так вот уже основу лапы. И будем рисовать пальцы. Здесь линию вот так. Так как повернут палец фактически к наблюдателю, поэтому палец будет иметь такую форму. Затем немножко развернутые пальцы. Еще более развернутый. И совсем вот так. И теперь нарисую так вот линию вверх и дорисую лапу вот так. Теперь я дорисую лапу здесь. Для этого от этой лапы проведу линию вот так и линию вот так. А теперь проведу вот здесь вот такую вот волнистую линию. Теперь нарисую оставшиеся лапы. От этой лапы проведу линию вот так вверх. И уже от нее буду рисовать еще одну переднюю лапу. Я нарисую линию вот так. И снова таки буду рисовать пальцы вот так. Так. И вот так. Четвертого пальца, так как здесь видно, не будет. И нарисуем вот такую вот волнистую линию вверх. И объединим с этой частью туловища. Теперь нарисуем единственную часть, которую видно от второй задней лапы. И также нарисую здесь часть его туловища. Вот и все, теперь я его раскрашу. Мне понадобятся вот такие вот цвета. Я разукрашу этот процесс, я его ускорю. Вот и все, я показал вам, как нарисовать маленького милого лабрадора. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне важно знать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр, пока!